Казанский федеральный университет принял делегацию Боснии и Герцеговины. О том, как прошла встреча с иностранными гостями, далее в сюжете. Делегация Боснии и Герцеговины находится на территории Республики Татарстан несколько дней. Ранее состоялась встреча иностранных гостей с президентом республики Рустамом Минихановым в Казанском Кремле. После переговоров делегация посетила крупнейший и старейший университет республики – Казанский федеральный университет. Главная цель визита – дальнейшее сотрудничество в рамках российско-боснийских отношений. Постоит весьма высокий уровень корреспонденции и политического диалога между президента Путина и президента Додика. И, мислим, да у всех сегментах нашего общества треба в народном периоде настоять, да се направи что тешное сорадь. В данный момент существует очень активное общение между президентом Милорадом Додиком и президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Соответственно, развиваются разные направления, разные сегменты, и в том числе сегмент образования тоже учтен. В рамках визита делегаты посетили музей истории Казанского университета, императорский зал и ленинскую аудиторию. Советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов провел презентацию КФУ. Он рассказал об истории университета, его структуре и именитых студентах. В прошлом году в Казанском федеральном университете учились 4 студента с Боснии и Герцеговины. Это довольно хороший показатель, и нужно еще более усердно работать над этими показателями, увеличить, и в том числе даже воспользоваться богатым опытом и практикой, наработанной в Казанском федеральном университете, в развитии образовательных институций в Боснии и Герцеговине. На сегодняшний день Казанский федеральный университет не ведет сотрудничество с научно-образовательными центрами и организациями Боснии и Герцеговины. Однако перспектива таких отношений как раз и легла в основу встречи делегации с представителями Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.